Туймский психоневрологический интернат – одна из ключевых строек в республике. Финансирование федеральное. Деньги на такие объекты получили лишь единицы из регионов, в том числе Хакасия. Важно их все использовать, иначе придется возвращать. Тогда республика останется ни с чем. В этом году нужно освоить 150 миллионов рублей, пока выполнение меньше половины. Подрядчик отстает, ссылаясь на нехватку специалистов. Правительство составило догоночный график. Сейчас на объекте трудится больше 200 человек. Мы понимаем, что нужно добавлять еще людей, причем нужно добавлять профессиональных бетонщиков, профессиональных каменщиков. Поэтому нашли субподрядчика, порекомендовали генеральному подрядчику. И вот субподрядчик заходит на объект со вчерашнего дня. Плюс еще 15-20 человек у нас появляется. Перед строителями задача – до конца года возвести два этажа монолитного каркаса здания с кирпичными стенами. Сейчас активно завозят бетон из Абакана, все стройматериалы на месте. А на следующие два года запланировано почти 500 000 000 рублей. Уже в ближайшие недели Минстрой начнет размещать контракты, чтобы провести торги и найти генподрядчика, который достроит диспансер качественно и в срок. Тот же подрядчик строит и радиологический корпус в Абакане. Здесь он, наоборот, идет с опережением графика. Уже залита мощная железобетонная плита под все здание. А к концу года здесь должны возвышаться два этажа. Ольга Барловская, Владислав Пустовой, РТС.